Бывший начальник подразделения органов внутренних дел по Буйнакскому району предстанет перед судом. Об этом сообщили в Следственном комитете республики. Напомню, 2 октября этого года полицейский, находясь при исполнении служебных обязанностей, заставил остановиться водителя «Газели». Он потребовал от него предъявить документы, а затем избил и скрылся с места происшествия. Сейчас расследование уголовного дела завершено, и скоро документы с обвинительным заключением представят в суд для рассмотрения. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд.